Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа, и сегодня у нас последний день апреля, 30 число 2019 года. И вот я здесь сижу сейчас, как видите, жмурюсь на солнышке, а сижу я вот за моей спиной тот самый знаменитый Технополис Эра. Это учреждение Министерства обороны. И вот с какого-то окна, может, с этого корпуса, а может быть, вот с этого, наш президент Владимир Владимирович Путин и его верный спутник, министр обороны Шойгу, вот смотрели из какого-то окна вот на этот пляж и на это замечательное море. И мы сейчас тоже с вами посмотрим. День сегодня жаркий. Если честно, я поехал, я не думал, что будет так жарко. Особенно здесь, на солнце, на песке, потому что я, и, видимо, от песка идет тепло, и с неба идет тепло. Вот, и только вот от моря веет прохладой. А здесь вот я специально спрятался за этими кустами. Здесь нет ветра. Здесь же я положил своего верного коня отдыхать. Вот. И сейчас я подойду к морю. Ну, а это все анапские песчаные бури. Ой, бури. Фу, дюны. Немножко заговариваюсь. Вот. И вот именно про эти дюны, даже в одном фильме про Технополис Эра говорится, что они защищают территорию Технополиса от проникновения песка. Вообще, конечно, очень красиво смотрится этот Технополис. Сочетание белого и голубого очень кстати. Это, по-моему, для Анапы это лучшее сочетание. Очень красиво. Ничего лишнего. Я думаю, здесь так и будет. Вот что значит армейский порядок. И еще корпуса будут строиться. Вот на этом написано Калашников. Буква К. Там дальше у нас Чебышев, по-моему. Вот, ну этот я не помню. По-моему, Туполев, что ли. А море сегодня зеленоватого оттенка. Вчера оно было синее. Вот посмотрите вчерашний мой ролик. Вчера оно было такое ультрамариновое. А сегодня оно вот такое зеленоватое, зеленое. Красивое, красивый очень такой цвет сегодня у моря. Вот что радует, так это то, что вот военные здесь отстроились. И вот здесь вот, я думаю, ничего не будет. То есть никаких шалманов здесь не вырастет. Территория, скорее всего, это, ну, может быть, кем-то и будет арендоваться. Посмотрим дальше. Но сейчас вот смотрите, здесь ничего нет. Вот только там у нас пляж, заборчик сделали. Там тоже заборчик. Вот это, кстати, пирс вот идет. И кончается он вертолетной площадкой. Песок очень хорошо уже прогрелся. Ну, ветерок. Вот там я сидел вообще. Вот за этими вот кустами, вот я там сидел, да?
Просто замечательно. Тепло, жарко, хоть раздевайся до трусов. Но здесь вот от моря ветер такой свежий, уже зябковато. И даже на мне вот гусиная кожа. Ну, я вообще такой мерзляк. Я же сибиряк, поэтому очень чувствительный к холоду. Ну, море. Море сегодня, ну, конечно, чистое оно. Замечательное море. Не всегда оно таким будет. Будет и комка. Ну, сейчас я немножечко ноги свои помочу. Совсем немножко. Камеры. Так, сейчас будет дубль 2. Ветер прямо в морду камеры дует. Вчера, кстати, я рассказывал про фильм 3 плюс 2, и там вот в широкоформатной версии там использован вот такой эффект. Сейчас я его повторю. В титрах. Не успел. Сейчас что-нибудь полегче изобразим. Да что ты будешь делать? Не дают мне писать море. Оно все сильнее и сильнее. Давай, смывай. Опа.
снято. Ну вот, друзья, такая вот сегодня красота. Летом я буду сюда приезжать, показывать вам, как вот здесь будет летом. Давайте запомним вот этот вид. Сегодня 30 апреля. Вот я стою буквально, ну, так скажем, практически напротив технополиса. Вот давайте сейчас запомним вот этот, вот эту панорамку. И потом посмотрим, как здесь будет, допустим, ровно через месяц. Хорошее место выбрали себе военные. Что-то такое звякает. Но я так понимаю, что это на флагштоках тросики звякают, а сами флагштоки. Такой перезвон. Чайки летают мимо корпусов. Кстати, друзья мои, вот за мной технополис Эра. Молодые люди, которые сейчас вступили в призывной возраст и ждут повестку из военкомата, то вот вам мой совет. Вы, если вы человек образованный, умный, креативный, вы можете здесь служить. Вот. Для этого надо зайти на сайт Технополиса Эра и заполнить заявку. Вот я местные новости смотрю, и там некоторые солдаты попадают сюда служить именно вот так. То есть они заполняют заявку и неожиданно для себя оказываются вот здесь. В этом, можно сказать, райском уголке. Также и люди, которые, ну, хотят сменить образ жизни, место жительства, вы тоже зайдите на сайт, и там есть такая опция вакансии. Заполните свое резюме, и, возможно, вы тоже сюда приедете жить и работать вот в этом прекрасном технополисе. Вот, ну, в общем-то, сегодня и все, друзья. Может быть, я еще сделаю один сюжет. Я сейчас не делаю слишком длинных сюжетов. Спасибо всем, кто был сегодня со мной, вот на этом солнышке. Приезжайте в Анапу. Живите здесь, отдыхайте здесь. Ставьте лайки моему видео, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте значок колокольчик, чтобы получать уведомления. Смотрите другие мои видео и обязательно пишите свои комментарии. Мне очень важно мнение о моих видео. И на этом я расстаюсь с вами. Подписывайтесь на мой канал здесь. Смотрите видео тут, тут и тут. И всего вам доброго. До следующих встреч!